мы часто задаем себе вопрос, что или кто убил Моцарта? Сальери? Нет. Масоны? Нет. Какая-то болезнь, поразившая, сразившая Моцарта? Позвольте мне высказать одну мысль, вы можете с ней не соглашаться, я попробую сейчас ее доказать. Моцарта убил Реквием. Вы скажете, это достаточно банально, об этом много говорилось, о черном человеке, который заказал Моцарту Реквием, и Моцарт начинает думать, что он пишет Реквием для самого себя, это известный психологический момент, и об этом Пушкин пишет о черном человеке, который не дает покоя самому Моцарту, который пишет Реквием за упокойную мессу. Я сейчас имею в виду не этот традиционный, банальный вариант свободы. Я имею в виду совершенно другой вариант. Реквием убил Моцарта не как данность, но как, собственно, музыка, которую Моцарт не имел права писать. Мы опять возвращаемся к этой всем известной истории. Кратко напоминая, приходит черный человек, теперь мы знаем его имя, но и это не важно, я не хочу перегружать именами сейчас нашу информацию, нашу встречу. Пришел черный человек в черной одежде и заказал Моцарту Реквием. Это правда. Моцарт начинает его писать. Но вся суть в том, что Моцарту нельзя писать Реквием по одной простой причине. Потому что Моцарту с самого начала было дано знание о смерти. И задача Моцарта во всей своей музыке – победить смерть. Смерть возникает в любой сонате, в любой симфонии, на несколько секунд, на несколько мгновений, и Моцарт использует все силы для того, чтобы победить ее. Каждый раз выходя победителем, каждый раз побеждая смерть гармонией и совершенством. Моцарту нельзя писать Реквием, потому что в Реквиеме Моцарт должен показать смерть как главного героя, как неотвратимость, даже своего рода воспеть смерть, признать смерть, принять смерть. Моцарт не имеет права это делать, но это заказ. У Моцарта проблема материального характера, Констанца больна, нужно написать Реквием. Да что стоит Моцарту написать Реквием, получить деньги? Моцарт не должен был писать Реквием. Моцарту трудно. И он принимает решение. Это решение слышно и звучит в каждой части Реквиема. Победить смерть в каждой части мессы смерти. Как это происходит? Вот сейчас я хочу вам показать, как Вольфганг Амадеус Моцарт боролся со смертью в каждой части Реквиема. Мессы смерти, заупокойной мессы, о том, как мы признаем смерть, принимаем ее. Это тихое начало, извечный свет, льющийся, отдающего жизнь и принимающего смерть. Моцарт так и начинает, как положено, но только несколько секунд. Какой бы ни был латинский текст о вечном свете, это звучит как «нет, нет, нет». Послушайте, сейчас докажу, слушайте.
зачем я начал играть на скрипке. Чтобы показать вам один из тайных знаков первой части моцартовского реквиема. Невозможно говорить о смерти, когда все скрипки играют вот такую фразу. Фразу весны, фразу роста. Слышите? Это отрицание, это взлет всего оркестра, это весеннее, это небесное, это рождение, а не смерть. Какой хитрый Моцарт, как ему замечательно удалось справиться со смертью, даже чисто графически, с точки зрения движений. А вот как быть со второй частью? Надо победить смерть в части под названием «Кирие элейсон», или в переводе с латыни «Господи, помилуй». Помилуй за распятие, помилуй за смерть, за кровь, за предательство, помилуй нас за то, что мы совершили. Да еще Моцарт использует тему креста, фуга «Кирие элейсон», которая должна вот так звучать «Кирие элейсон», «Кирие элейсон», фуга, то есть четыре голоса и крест, на крест, на крест, на крест. Это ведь смерть, а как победить ее? И Моцарт принимает удивительное решение. Он создает фугу на две темы. Первая – это тот самый крест. А вот вторая, которая начинается сразу, почти одновременно, она вся та из теории, из идеи музыки барокко, из венецианских карнавалов, из Вивальди. Это удивительное соревнование, это радостное карнавальное движение «Кончерто Вивальди». Как же они сочетаются вместе? А так, что вторая тема, тема барокко, тема извивов, соборов барокко, тема красоты барокко-скрипки, она побеждает, она берет верх. И тема креста превращается в басовый аккомпанемент. Это разрешено, когда пишешь фугу на две темы. Слушайте, какая блистательная победа! Слушайте! Слышали, что произошло. Я не случайно подхватил эту тему барокко, чтобы услыхали ее природу, ее корни. Вот слушайте, Антонио Вивальди, «Кончерто Гросса» для скрипки с оркестром. Йоганн Себастьян Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром, «Кончерто Гросса», под влиянием, конечно же, Вивальди, Италии. Вольфганг Амадеус Моцарт, «Кирие элейсон», «Месса смерти реквием», вторая тема. Извините мне эту шутку, но это так. Слышите, как Моцарт победил смерть за счет того, что вторая тема – это изгибы любви, весны, барокко, барокко причудливого театра страстей и красоты. Но как быть с третьей частью? Ведь она же и называется-то как? «Диес Ире» – «День гнева». Вот он, мировой гнев, мировая скорбь, мировая трагедия, прорыв. Все грешники осуждены, погибнут, гиена огненная, ужас какой-то. Как быть, как спасти от смерти человечество в этой гиене, в этом дне гнева, в дне взрыва? Моцарт использует взрыв с самого начала, но базирует ее на очень милом танцевальном народном ритме. Там у них в Каринтии, в Австрии, есть деревянные башмачки, и они в них танцуют. И какие причудливые ритмы, вы себе не представляете. А Моцарт знает. Послушайте, первый и последний раз в истории мировой музыки реквиема «День гнева» построены почти как народный праздник. Через несколько секунд все будет звучать как танец, всепобеждающий танец. Слушайте. Thank you.
дело. Слышите, какой гнев? А вот четвертая часть. Ой, там все сложнее. Ну вот как теперь быть четвертой частью? Она же называется «Туба Мирум». Это вот та самая труба, которая трубит все. Это страшно. Моцарт использует даже не трубу. Он использует тромбон. Вот этот вот жуткий тромбон зутробный. Из того мира, из другого. Крик над планетой. Вострубила труба апокалипсиса. А затем бас. Туба миру. Страшно. Бас. Потом труба и бас вместе. Изгибы эти крестоносные, эти своды готические в музыке. Они обвивают друг друга. Низкий бас и труба. И целую минуту длится это состояние. А потом на смену басу приходит тенор. А что такое тенор для Моцарта? Это принц Томмино из волшебной флейты. Такой волшебной красоты не видел в мире никогда я. Что такое тенор? Это Моцарт. Потому что у Моцарта был прекрасный тенор, и он своим прекрасным тенором для прекрасных девушек пел прекрасные мелодии. И это было довольно-таки успешное воздействие на них, если говорить честно. Как только появляется тенор, Моцарт напрочь выбивает нас из реквиема, из трубы. И тенор поет словно арию любви, одну из прекраснейших моцартовских арий о волшебной красоте принцессы. Слушайте, что произойдет. Я случайно сейчас осмелился заиграть вместе с тенором. А вы, друзья, не узнали этой темы? Вот она. Узнаете эту интонацию? Ну вот же она же о любви. Она же любимая моцартовская. Узнаете? Раньше еще тот самый мальчишка, любимец Моцарта, Керубина, который влюблен во всех женщин замка. Рассказать, объяснить не могу я. Вот она. Слышите, что делает Моцарт? С ним Керубина, с ним любовь, с ним музыка, с ним его ангел-хранитель, тут чудесный Керубина. Теперь Моцарт может смело писать реквием дальше. Он не боится смерти. Он пишет дальше, пятую часть, шестую часть.
седьмую часть, восьмую, а, восьмая, лакримоза, да, здесь немножко сложнее, потому что лакримоза в переводе слезная. Моцарт даже набросал эскизы этих падающих капелек слез. Обратите внимание, если в начале реквиема, отрицая смерть, скрипки играли вот так, показывая рост, весенний рост, движение вверх, то теперь в реквиеме опадают листья. Вот так звучит движение лакримозы из реквиема. Моцарт знает, что ему нужно делать, чтобы победить. Он должен, как и в предыдущих частях, уйти от этого страшного ре минора, смодулировать, уйти туда, где мажор, вот как это было в день гнева. Он уйдет, он умеет, он же владеет гармонией. Моцарт начинает минор, минор, капли, мажор, мажор, минор, мажор, минор, мажор. И вдруг появляется один аккорд. Страшный аккорд. Для музыкантов скажу, двойная доминанта, дважды альтерированная, это ужасный аккорд, он опасный, его называют ложным доминант-септаккордом. Он может так неожиданно разрешиться, что все пойдет прахом. Моцарту не нужен здесь этот аккорд. Но дело в том, что Моцарт ничего не может делать, потому что вдруг резко изменяется ритм дыхания, сердечный ритм. Музыка выходит из-под его влияния. Впервые в жизни Моцарт не может совладать ни с ритмом, ни с гармонией. Что такое? И вдруг холодный пот. Лакримоза. Это значит, что перед нами труп. Свершилось. Состоялось. Нам остается только плакать. И после восьмого такта, когда после этого страшного аккорда музыка, вместо того, чтобы уйти в праздник, в радость, в любовь, возвращается в трагический минор смерти, после восьмого такта умирает сам Моцарт. Реквием был закончен его учеником Францем Ксавером Зюсмайером. Сейчас нам предстоит услышать последние такты моцартовской музыки. Послушайте их. Высшая смелость. Не бояться ни смерти, ни остракизма, ни противостояния с целым миром утверждающих критиков, профессоров и специалистов. Истину царям с улыбкой говорить. Есть высшая смелость Моцарта пытаться сразиться со смертью в музыке смерти и Мольера. Пытаться сразиться с смехом, с ортодоксией. И Гёте, который сегодня пытается нам неразумным рассказать о том, сколько можно. План обширный объемлется творческой мыслью, которая превыше всего. Вслед за самим Господом Богом гений этого масштаба имеет право сказать «Да будет!» и создавать миры, равно великие вселенные, есть высшая смелость.